С высоты птичьего полета отчетливо виден прогресс в ликвидации шламонакопителя «Белое море». Вся территория одного из трех крупных региональных объектов накопленного экологического ущерба покрыта первым песчаным слоем. Почти четверть скрыта под гидроизоляционными материалами. На шламонакопитель завезены все геосинтетические материалы, необходимые для создания защитного экрана. Он предотвратит попадание химических отходов в реки. На сегодняшнее число завезено 100% ровных укрывных материалов. Песок остался, 98% завезено, осталось, наверное, 1-2%. Весь шлам-накопитель составляет, допустим, 72 приблизительно гектара. На данный момент 20 гектар уже уложено укрывным материалом и отсыпано песчаным. Верхний слой 40 сантиметров. Специальная система укрытия шламонакопителя позволит исключить попадание внутрь дождевой и талой воды. Это коричневое покрытие, бетонитовые маты. Основное составляющее защитного противофильтрационного экрана. В их составе глина с высокой степенью гидроизоляции. Следующий темный слой – геосинтетическая мембрана, стойкая к химическим веществам. Работы идут намеченными темпами, а скорее даже с обережением графика. Надо сказать, что мы в ежедневном режиме мониторим. На сегодняшний день претензий, нареканий к ходу выполнения работ не имеется. Работы ведутся в соответствии с проектными решениями. По словам подрядчика, завершить работы на Белом море они планируют осенью этого года. По контракту же закончить ликвидацию объекта накопленного экологического ущерба подрядчик должен в 2020 году.